Привет, Димулька! Всем привет! С вами канал Art Money, моя семья. Дима сидит одет, и нас отключили отопление уже четвертый день уже сегодня, где-то третий-четвертый день. Были выходные. Сейчас, наверное, я буду звонить слесарю, узнавать, почему отопление. Сын очень стал холодно вот сегодня. Видать, на улице похолодало, и у него тоже. Димочка вот одетый, теперь тепленький стал. Да. Скажи, шапку скоро одену. Поставили новую батарею. Не знаю. Может быть, отключили, потому что кого-то прорвало. И менять трубу никто не хочет. Денег нет. Вот я боюсь этого больше всего. И остаться на целую зиму без отопления. Потому что в Жениной комнате в прошлом году предыдущие соседи жили без отопления. Я боюсь, что и в детской это будет очень страшно. И также наш цветочек. Он уже зелененький. Не знаю, почему. Наверное, тоже холодно. Уже зелененькие листочки появляются. Так красиво. Красиво так. Как сверху, смотрите, классно. Да, цветок, Дима. Мама цветок снимает. Да, цветок снимает, мама. Цветочек. Красивый, зеленый. Через камеру не знаю, как передастся, но очень красивый, зелененький такой. На улице у нас снег идет. Опять мелкий снег. Ой, хочется такой, знаете, хлопьями такими. Какой-то такой мягенький, крупненький. Как перышки такой. Красиво. Идет все мелкий. Холодный такой. Как, кажется, как будто дождь какой-то мокрый, такой каплями летит. Маленький Мишка. Да, ножками перебирает. Ой, как мы прыгаем. Ой, как хорошо. Танцуй, Дима, танцуй. Че ты прыгаешь? Вот, плечиками. Танцуй, Дима. Прыг-скок. Каки. Да что ты? Нету каки у тебя там. Каки. Нету, я посмотрела, нету. Каки. Нету каки. Да. Диме холодно. Мама позвонила слесарю. Узнала. Оказывается, в среду будет делать. До среды мерзнет еще. Сегодня понедельник, вторник и только в среду. Танцуй. Как корова разговаривает, Дима? Му. Правильно. А собака? Гав. Правильно. Бам. Как только мы видим молочко наше. Звонила я сейчас слесарю. Он сказал, что в среду. Через 3 дня. Сегодня понедельник. Что в среду включит воду. В смысле батареи. Какая-то там ЧП произошло, не могли дозвониться до квартиры какой-то. Вот, видимо, будут прокладывать. Видите, у нас в стену идет. А будут, видимо, прокладывать с потолка вот так вот вниз. Вот. Ну, про нас что-то промолчали. Видимо, там что-то с 9-го этажа. 9-й, 8-й, 7-й. Вот, надо было сказать, из какой мы квартиры, может быть. У нас, ну, по-моему, не знаю, наверное, вот это вот как раз платное прокладывание. Хотя так, конечно, проще, если проложат. Вот. Тут у нас затычка, чтобы Дима не лазил. Да? Кверх тормашками лежишь? Да, как мы кушаем. Дима отделся. Оделся в зайца, я называю ее зайцем, правда, ушей нету. Ты все танцуешь, да?
Вчера соседи музыку врубили, еще ночью играла музыка. И с утра я к нему прям захожу, он весь танцует, весь такой, как змейка. Извивается, извивается. Идет. Какая ручка маленькая. Какая маленькая ручка. Картина? Где картина? Вот картина. Вот картина, правильно. Какая у тебя картина тут большая. Картина. Дима кушает. Дима пьет молоко, да? Дима молоко пьет. Чмок, 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 чмок. Да? Не улыбайся, пей. Да, пей молочко. Пей, маленький зайчонок. Дима маленький, какая ручка. Ну покажи ручку, ну что ты? Пальчиком, тебе что нужно тыкнуть, да? Тебе надо все тыкнуть пальчиком. Ой. Да, погладь маму. Ой, ты как ты маму, ой, как маме приятно. Ой, как маме приятно. Ой, ручки такие нежные. Такие нежные ручечки у тебя. Что тебе взять, Никас? Ай, какие нежные движения. Маме так приятно, сын. Да. Да, он запомнил, что мне приятно. И каждый раз, когда я нагинаюсь, он меня по руке гладит. Да. Что такое? Что ты? Ты что, танцуешь, да? Ты танцуешь, ты танцуешь охота. Давай, давай, танцуй, танцуй, танцуй. Танцуй, Дима, танцуй. Танцуй, Дима, танцуй. Танцуй, Дима, танцуй. Нет, давай ты будешь пить сейчас. Попей свое молочко. А потом будешь танцевать. Какие ручки. Какая рученька. Покажи свою рученьку. Ой, какая маленькая, какая хорошая. Все? Ты попил, да? Ой, попил. Пустая. Какой умница. Ты какой умница. Ты умница, да? Да, вставай. Вставай. Вот ты как мы тяжело встаем. Вставай. Вот он встал. А теперь кружись. Кружись, Дима. Кружись. Вот как мы кружимся. Молодец. А теперь танцуй. Ля-л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 я
Тебе воротник мешает? Да, какой-то противный воротник. Вот так мы его сейчас сделаем. И все, и нет воротничка. Танцуй, Дима. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тебе жарко, что ли? Танцуй давай. Вот, молодец. Танцуй, танцуй. Давай. Ну, это ты уже прыгаешь. Да. Ну что ты, щекотушка какая, да, батюшка? Я хочу посмотреть, жарко тебе? Дима, тебе жарко? Жарко. Жарко?
ты какой красивый мальчик. Гу-гу. Дима, а ты чей такой мальчик? Ты мамин, да? Гу-гу. Мамин? Нацепила ему здесь игрушек вон. Еще что-нибудь надо. Гу-гу. А то в них все равно не играет, они валяются внизу коробки. Как хоть он будет играть? Да. Дики. Да. Их еще можно вот, вот так вот. Вот, вот, пути. Пути, пути, они все. Гага. Какая ручка. Гага. Какая ручка маленькая. О. А так он хоть занят. Да? Можно бросить, она не улетит. Баба. Баба. Где баба? Баба на работе. Баба. Баба. Нет, там нет бабы. Ах ты. Ешь, ешь сейчас. Ну, ешь, ешь. Ешь, ешь. И смотришь на меня в надежде, что сейчас мама скажет, не надо, не ешь, да? И тогда ты еще сильнее захочешь ее съесть. Как? Да? Да, зайчонок? А, зайкин? Как? А что там у тебя, покажи? Покажи, что там. Там зеркало. На, держи. Как? Ну, держи, держи. Как? Зеркало там. Где? Сегодня у нас день полива. Сегодня у нас понедельник. И сейчас мы вместе с вами будем поливать эти прекрасные цветы, которые я так люблю. У меня есть вот такая вот лейка. Смотрите, какая. У нее носик длинный-длинный. И мы будем сейчас поливать. Прошла уже неделя, я поливаю раз в неделю каждый цветочек. Вот, немножечко польем. И сейчас я буду там внизу смотреть под цветком, в поддоннике есть что-нибудь или нет. Вот пока он там думает, опущу пониже. Вот, где вот эта вот прекрасная панда, мы там тоже будем поливать. Здесь тоже вот он вырос цветочек. Вот он растет, это мой подарок, мне подарили его. Тут я тоже буду поливать. Вот, оп, все. Здесь видно, прямо она прозрачная, видно, раз поднялась, все. Достаточно. Так, там у нас лужи не получается. Ну, он обычно бывает выпивает полторушку, а бывает меньше. Сейчас в последнее время меньше. Бывает такое, у меня два раза даже было, что вода выливалась из этого поддона, поэтому, наверное, вы замечали, у каждого цветка у меня на это, как ее, специальная штучка из-под торта, из-под чего-нибудь. Потому что я заливаю очень цветы, я очень поливаю их много. Вот, я не люблю полить, чтобы полить его чуть-чуть. Я люблю много поливать, чтобы как следует. Вот от этого они у меня все красивые. Так, кактусы мы поливать не будем. Они не растут в данный момент. Я их поливаю сейчас раз в месяц. Хотя, в принципе, вот да, вообще-то я их полю. Как раз у нас первое. Я каждый раз поливаю 1 числа. Надеюсь, что к Новому году появится. Посмотрите, какой он красивый. Какой он высокий такой. Какой он зелененький. Красота, да и только. Здесь, смотрите. Листочек молодой вылез. Немножко полумрак у меня. Да, вот тут вот, кстати, вот она, бутылка осталась. С прошлого раза, когда ремонт на кухне был, да, я уезжала, я не стала ее убирать, оставила. А оказалось, что эта бутылка не проткнутая. И поскольку ей нужен был воздух,
она вся смялась. Я ее, поэтому я решила оставить, я ее в ближайшее время, наверное, вытащу, хочу проткнуть и посмотреть, как цветок с ней живет. Как вообще стоит такими пользоваться или нет. Папа рассказывал, что стоит, что все супер. Посмотрим. Поливаю еще немножко. По чуть-чуть. Вот. Думаю, ему будет достаточно. Сейчас мы с вами пойдем поливать следующие цветы. У меня еще два цветка есть. У мужа в комнате и у сына в комнате. Так, вот у меня цветочек, который у мужа в комнате стоит. Это у нас хлоропитум. Мы его тоже будем поливать. Как следует. Видите, там у него сейчас сухо. Тут у него стоят всякие игрушечки. Как маленький ребенок, он играет, играет. Ну нет, это нравятся ему всякие такие штучки. Вот, поливаем. Вот она. Такие они резиновые. Дрыгаются. Этот тоже. Оно внутри набито какими-то мягкими, типа как подшипники маленькие, но нет, там помягче что-то. Это мы играем иногда. Подбрасываем друг дружке. Вот. Откусила меня. Она тоже. Вся резиновая, кроме вот корпуса. Это, кстати, покупали в фигпрайсе. Еще эти летучие мышки, такие же были, они у мужа на работе, ой, господи, на даче висят. У них, правда, лапки поотрывались. И тут вид. Вид какой у мужа. Вид я еще ни разу вам не показывала, какой у мужа. Вот тут у него дерево стоит. Вот дерево уже, все листочки поотлетали. О, музыку кто-то врубил. Вот, цветочки у него тут. Вазочка, крема, лейка моя. Все такое красивое.